Ну что, попробуем построгать. У нас испытуемый в данном случае скиф на заводской заточке. Наконец научился я его открывать, в принципе. Немножко он разработался, судя по всему. Вот. И попробуем мы им построгать на заводской, повторяю, заточке, обычную сухую сосну. Мягкая, ничего особенного, если я не представляю вообще. И уже у нас есть определенные проблемы, потому что он даже сосну резать не сильно-то и хочет с такой заточкой. Что можно только сказать, что рукоять достаточно удобная. И в принципе без перчатки можно работать достаточно спокойно. Замок нигде не давит, клипса не мешает. То есть, в принципе, для сравнения можно взять вот эту чемилю, у которой в принципе та же самая D2 на клинке, только классика, не порошок, да? Но геометрия, мягко выражаясь, гораздо более пригодная для строгания, резания и всего чего угодно. Тоже на заводской заточке, никто ее не трогал. Это же совсем другое дело. Просто гладенько все, режет как джедайский меч. Но сосна — это такое дело. Пробуем березу. Да. Берем березу, все сухое, все хорошее. Как ни смешно, но березу он строгает не хуже сосны. И получается хороший гладкий срез. Если мы возьмем милю, то это совсем другой эффект. Да? Заточка. Ну, возьмем что потверже. Это бук. Угу. Сейчас. С буком, ну, совсем не дружит. Хотя повредить такую кромку нереально в принципе. Допустим, сравнить с этим. Ну, понятно. Не так бодро, как береза, но берет и режет. И с кромкой, в общем-то, тоже ни хрена не получается. Не происходит ничего плохого. Даже не знаю, что это такое. Достаточно легкая какая-то лиственная порода. Вроде на немножко на альп похоже, но нет розового оттенка такого. Твердая, кстати.
не такая твердая, как бук, но достаточно твердая. Здесь мы сравним. Тут просто режет геометрию. По-моему, даже если бы эта миля была тупой, она все равно резала. В принципе, лом есть лом. Попробуем его переточить и посмотрим, что-то изменится или нет. Ладно. Кстати, что у меня есть более привычного? Максимально похожая на тот же самый лом, да? Вот тоже достаточно ломоподобный нож, тут 4,5 миллиметра. Но выручает то, что спуски гораздо выше. Сейчас посмотрим. Не, это точно бодрее все это режет. Так что все-таки проблемы с заточкой. Этот-то я точил. Я его делал, я его и точил. Вот. И в общем-то, ну попробуем переточить товарища Скифа. Limited Edition 144 из 300, и посмотрим, что у нас из этого получится.